Здравствуйте, это наша любимая игра Клондайк, и мы просто немножко поиграем. Я поняла, что сегодня у меня нет опять лимита. Ну, мало ли, вдруг кто-то что-то захочет купить, поэтому начинаем строительство века еще одна. Ой, у меня по большому счету уровень здесь меньше, но лимит здесь таки больше. Ладно, сейчас мы его развернем, чтобы он такой. И вот так себе потихонечку стоит. Отлично. Так, сделала я немножко энергии. Ну, совсем чуть-чуть. Сколько тут еще, не знаю. Так. Сейчас поедем. Немножко пособирала. О, уже закончили, да? Мы все это последний раз. Ну, ладно. Немножко я пособирала, получается, по этим, что у нас здесь есть. Плюс пошла немножко по соседям покопалась. 50. Так, я не знаю, сколько мне надо делать еще, но явно много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, ветер хорошо. Я уже так думала, но делать ветер, который попроще, ну, не хочется, если честно. Так, я не помню, что мне еще надо. В общем, поехали. Ай, все, вспомнила. Вернись. Вернись, я все прощу. Нет? Ну, ладно. Я вспомнила. Надо было медведю привезти рыбки. Ну, какая-то я типа жадная, да, медведь? Прости. Да, рыбы нет. Ладно, сейчас поедем еще раз. Если получится что-нибудь забрать, было бы здорово. Но это бы типа как дополнительное. Опс. Дополнительная энергия. Ну, не получится, значит не получится. Берем то, что есть. А есть такие немного. Так, отменяем помощь. Это я оставила перекидывать. Все уже. Компаньону все равно нету чем помочь. Опс. А обратите внимание, как хорошо. Это я уже весь часть ветра я уже вывезла, собственно говоря. Это уже так. Остатки роскоши. Не, ну еще, конечно, будет. И одеколончик. Одеколончик никто не отменял. Так, одеколончик применяем по назначению. Ты-дым. И домой. Все. Так, я их уже сдвинула. Раз. Их, по-моему, штук 5 всего будет. 2, 3. Одну мне надо очистить. 120. Это 27. Ну и поеду сейчас ради медведя, потому что Мишку обижать не надо, он есть хочет. Мой бедный голодный медведь. О, как раз вот есть чего и вывести. Параллельно, скажем так. Ну, все. Так, главное не забыть, зачем еду. За рыбой. И рыбы нужно брать 300 штук. Это чтобы уже так, чтобы уже больше к этой теме не возвращаться. Так. 100, 200, 300. Так, это мы взяли. А яблок никто не привез. Нет, я ездила на остров. А нет, чуть-чуть таки привезли. Что-то я так наговариваю, можно сказать. На себя. Раз, два. Это мы берем. Ну, что еще берем? Вот так, 10 берем. Чего еще? А я знаю. Давайте заберем эту кашу. Наверное, много, да? Ладно, много, не мало. Поехали. Там вроде много камней, но все-таки не 50. 50 камней здесь явно не будет. Ну, пожадничала. Ну, пожадничала. 44, вернее. Так. Тут у нас северный мишка. Опс. Поехали. Семнадцать и еще 17. Так, и еще 3. Раз, два, три. Отличненько. Так, 93, 27. По-моему, большой такой остался, только вот этот, и то уже, скажем так, надкусанный. Это 42 получается. А потом у нас еще много-много глины.
Кстати, она такая нестандартная, 114 как-то, и не туда, и не сюда. Так, 120, это 27. И это у нас маленький. Это у нас 27. Получается, что один мишка где-то вот в этом краю, потому что здесь навряд ли уже, так скажем так, ну, прячется, но мы его найдем. Это можно уже поднять. Ну, теперь давайте начнем сначала, начнем с нуля. Много уже не сделаешь, 156 осталось. Ой, а что это я? По-моему, я перестаралась. Ну да. 10, 14 и потом 7 еще. Стоп. Стоп. Раз, два, три, четыре. Каких 7? Вы чего? 114 целиком убрать просто и все. Один. И на этой веселой ноте энергия закончилась. А так много, казалось, было, да? Так, ставим опять 93 и убираем. А нет, это последний мишка стоять, потому что 9 из 15. Ладно, сейчас все узнаем. Как раз 6 ударов и осталось, а в каждую получается мельницу эту по 3. Ну, значит, привезла много. Слишком много привезла. Бывает много, не мало. Всем хватит, называется. Так, мы никуда отсюда не уходим. Мы сразу начинаем делать фокус-покус. Получается, мне останется только эту разморозить и все. Одну. Недоразмороженная. А, я комбо не поставила. Думаю, что не так. Что не так, что не этак. Тут буквально, если вот так вот хорошо пару часиков посидеть, его можно уже и дочистить. Большого, ну, почти половина фактически уже ушла. Ну, просто как-то так вот, знаете, захожу в игру набегами. Если бы я конкретно сидела в ВК и только в ВК играла, то этого острова бы уже не было. Ну, так. А вот интересно, я этот камень откусила? Да, хороший камень. То я смотрю, стоит, улыбается. Так, теперь давайте, наверное, еще уберем один. 41, 43. И, по-моему, из таких вот вроде как все. Этот, да. 90. Этот мне не хватило. А, еще вот. Потом сюда идем. Опс. Потом льда еще с этого острова возить будет. Видимо, невидимо. Тут же его ого-го сколько. Так, это я убрала что-то мелкое, да. Идем сюда. 83. 83. Вот не умею я чистить по-человечески, скажем так, вот как чистит у меня компаньон в Одноклассниках. Она не идет вот так вот, кстати, по этим большим камням, она идет красиво подряд. И у нее, если чисто, то чисто везде. Если не расчищено, то не расчищено везде. Я же, получается, сижу постоянно. Вот, я не знаю, почему так. Меня не хватает на то, чтобы чистить подряд. Мне нужно убрать большие камни. Они вот мне вот мешают. Вот пока я не уберу все большое, я на маленький не переключаюсь. Вот как-то вот. Причем сколько лет уже играю, уже как-то можно было бы. Один раз только вот я последнее обновление было в ВК. Я прям чистила подряд. Я прям чистила и сама себе удивлялась, называется. Так, убрать. И теперь ветряк еще у нас тут. Потом надо к этой теме возвращаться, чтобы уже все ветряки стояли. Так, ветряк у нас идет сначала 120, потом 80.
так, 120, потом 80 есть. Кстати, мы уже фактически набрали себе в сани полные. Ну, берись, не берется. Так, теперь 80. 41, 80. Давайте я уже этот камушек подниму, вот он как-то так некрасиво спрятался. Опс. Мест на сегодня больше нет. Вот так нам сюда, если что, девушка, не уходим. Теперь 40. Все, как раз остается 3. 3 это еще одна на 120. Ну ладно. Так, тебя поставить? Поставить. Ой, а кожи-то больше нет. Так, я обновлю запись, чтобы помнить, что мне нужна кожа. Так, ну что, пытаться сейчас сделать сразу 120, наверное, чтобы убрать этот ветряк. Ладно. И угля самое интересное, на этом острове как такового нету. Надо что-то другое придумывать, там где-то что-то открывать, вывозить, но угля было совсем чуть-чуть, он был маленький такой, не было хлыб с углем, как обычно у нас везде. И по-любому сейчас 120 не будет. В лучшем случае 100. А то и менее. Так, у меня, по-моему, на одном еще нетронутом острове есть немножко угля. Но я не уверена. Сейчас мы посмотрим. Так, где ты? Ой. Я его вообще не чистила фактически. Я на него поехала там пару раз. Он так у меня и стоит. Да потому что он бессмысленный. На нем нет склада. Нет, когда я начинала играть в Одноклассник... А, я уже из этого все вывезла. Когда я начинала играть в Одноклассниках, я не знала, что он такой прям не очень такой хороший, скажем, нужный. Я его выбила в первую очередь. Ну, тут совсем другая история. Я с ним вообще не спешу. Давайте так, чтобы никуда не ехать и ничего не искать, мы скроем 5 штук лабиринтов. Да, это даже больше, чем достаточно, если что, куда-нибудь пригодится. А, сани надо положить. Ой. Ой, у меня кожи, наверное, скоро не будет уже с такими темпами. Пока берем 90. Мне же для заводов надо еще ставить. О, сыпется. Красота неописуемая. 120. Сколько тут? О, отличненько. 167. Поехали. Энергетики пока не трогаем. Будем работать с тем, что уже привезли. А вот еще не выгрузено. Собачки спрятали у меня тут, понимаете ли, энергетики. Так. И это убрать. 27. Нет, так оно, конечно, не крупное. Можно было бы не спешить, но я хочу, чтобы они уже начали работать. Чтобы они уже отработали более или менее в одно время и просто, чтобы потом уже не возвращаться к этой локации. Так, что тут? А, вот крупная, 80. Как мне не хватает на домашней локации домика для двоих? Ой, 144, вы себе даже представить не можете на самом деле. Теперь это самый большой камень. Ой, пусть себе стоит и улыбается. Все, не хочу я его. Так, 96, раз, два, три. 37. Так. 114. 21, да? Ну да. Так, раз, два. Раз. И 114 рядышком. Теперь можно чистить. Тебя. А эти почем? Эти по 66. Ну, как-то вот
Не очень удачно. 66. Плюс 20 – мало. Плюс 35 – много. Сорок три, 78. Эти 84. Так, это тоже 78, да. 111, 93. Убираем. Интересно, 50% почистила или как? Так, 42 берем и берем плюс 50. Убираем комбо. Ищем вот такую красоту по одному удару. Я так поняла, что такой красоты осталось буквально пару штук. Она нестандартная, 84 плюс 40 ее не съешь, а плюс 50 слишком для нее шикарно получается. Ха, все на этом, да? Такой красоты больше нет. Ой, еще и 90 осталось, вот вам, 90. Пожалуйста. И теперь вполне можно делать 43 плюс 40 и убирать. Ой. Да, и доразмораживать уж не мешает. Доразмораживать уже, получить свой подарочек. Кстати, довольно-таки неплохой. 3 по 100. Сорок, 80. И 40. И на этой веселой ноте дополнительное задание будет выполнено. Отличненько. Спасибо, спасибо. Так, теперь это вот всю красоту можно сдвинуть в одно место. Так. Пусть себе стоят. Красивенько работают. Так, ты не работаешь. Отлично. Ха, мне сейчас еще опять чего-нибудь не хватит. Мне пока все хватило, но кожа бывала, осталась только на одну штуку. Скажем так, в натяжку. Сорок три. Ой, мне надо 83, да. Где ты? А, и 84. И что-то один пропустила, да. Ладно, бывает. Ага, места уже в санях нет. Да, загружалась сани. Кстати, если сейчас все это вывезу, там все равно энергетиков как таковых не будет, надо что-то думать опять. Думать, чтобы убрать всю глину. Ай-яй-яй, кто-то Милена ест. Таких 60 тоже мало, но их надо искать. Я так вот выбирала вчера, потому что в основном 75 и 72 идут. Но есть немножко, конечно, и 60. 40, 90. Мелкая тоже берем. Так, теперь надо поудобнее избавиться от 66. Ну, 66 по тому же принципу. Раз, два, три, четыре. Хотя вот даже элементарно можно меньше. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А потом делать 43 плюс 20. И вот вам 63. Ну, потому что плюс 40 на них жалко. А их тут так много стоит. Нет, у меня плюс 40 более чем достаточно. Ну, зачем тратить больше, если можно обойтись, как говорится, малым. Раз, два, три.
Есть еще такие, нет? Так подозреваю, что это уже все или не все. Так. Тут как-то так оно неудачненько. Это уже меньше. Ну, все. Остались другие уже наименования. Ладно, значит, убираем уже. 66. Так. Теперь делаем то, что хотели. 43, 63. Поехали. Ой, кто-то переел. Сорок два, сорок три, 63. Так это у нас 72. Я сразу уберу тоже, чтобы уже не стояло. Поехали. Агента у нас 42. Ну, 42 это вообще легкотня. Ой. А я эту не сделала, да? Ну ладно. Мне бы уже повывозить. Так. 63. Это 78. 72. Стоп. Не будем заниматься ерундой. Вот вам 72 теперь. Да хоть немножко поприбирать склад. Накидано так некрасиво. Так. Завершить. 3. Есть. Ну и все, край уже расчищенный. В 40. Теперь выбирать надо по 72. Ну, на закуску себе оставлю вот эту красоту всю. Потом. Стоп, это 60. 72. Даже если энергетиков достаточно, даже если их много, то все равно не стоит тратить большое там, где можно немножко сэкономить, где можно выбить более маленьким. Пусть лучше накапливается. Ведь всегда приятненько иметь хороший запасик. Вот как сейчас, смотрите, я остров выбиваю яблоками. Да, то, что нельзя выбить яблоком, я там доедаю, как говорится, сделаю больше. Но основную массу, где можно, до 43, я стараюсь сделать при помощи яблок. Тем самым экономлю плюс 15, плюс 10, плюс 5 и все такое прочее. У меня как-то вот на предыдущей обнове, я сейчас не успею поесть, ушло все, потому что она была сложная, и тогда у нас большой остров был, не то что сейчас, а перед этим было много, у меня ушло все. И яблоки, и не яблоки, и плюс 5, и плюс 10, и плюс 15, у меня ничего не осталось. Ну вот опять потихонечку я начинаю все собирать. Пусть лучше будет, как говорится, запасной. Где-то я 60 видела. 72, 82, я его уже убрала, наверное. Девяносто. Так, 90. Вот смотрите, все-таки скопилось плюс 5, плюс 10,
Ну, плюс 15, конечно, мало, но все уже есть. Так, яблоки я забираю, то, что насыпались. Я почти все вывезла, ну, конечно, еще не все. Так, мне плюс 5, надо бы там немножко взять. А я возьму лисички. Все. Поехали. 148, мне мало что-нибудь открыть. Например. Ой, ладно. Тут и сюда не будем играться. Откроем прямо сегодня все. Вчера открывали и сегодня откроем. Расчистка без компаньона. Нет, можно, конечно, потратить время и побегать немножко. Это берем? Нет, оставлю, может. Хотя не будет, наверное, много, но кто его знает. Расчистка без компаньона, поэтому чистим сами, поэтому, чтобы было немножко быстрее, уже не хочется сильно. Так, остался самый большой камень, вот у меня 44. Это надо сделать 50. Два. Нет? Ну да, 51, вернее, надо было. Так, теперь еще. Я переела. Ой, переоткрывала. Ладно, бывает. Так, тут вообще чуть-чуть. Раз, два. Так, возвращаемся. 9, 10. Еще 10. Двадцать один, правильно? Да ну. Опять лишнее. Ладно. Так. Двадцать один. Идем дальше. Есть еще? Есть. 21. 21. 21. Ой, надо было этот камешек убрать, наверное. Ладно, оставлю его на прозапас. 109. Ха, 113. 100. Так, а тут у нас 109. Ладно. Одно, если, надеюсь, что выпадет. Не, не выпало. Ладно. Все, 109. Получается, он теперь самый большой камень, это 1,120. Все остальное так. Я не поняла, я вроде должна была плюс 15 немножко привезти. А я привезла или как? А, да, я не выгрузила просто. Я ж смотрю, чего-то не хватает. Сейчас эти крупные поубираем. Ну, чтобы просто понимать, что их уже здесь нет. И, кстати, эти за них тоже запасики наши и еще чуть-чуть пополнятся. Во-первых, глины. У меня ее не так много. Начнем с того, что глина нам в игре нужна. Ой-ой-ой. Соседей у меня мало. Нет, ну, потихонечку добавляется, конечно, но подарки тоже дарят не все. Начнем с того, что поэтому получается, что... И плюс я же ставлю не только глину. Мне надо не только глину, мне надо много чего. Поэтому... То, что еще привозим с островов, очень даже получается удачненько. Нет, я никогда не утверждала, что там надо делать всем только так, как делаю я. Я никому не навязываю свое мнение, но я вот так вижу игру. И я просто показываю игру так, как вижу ее. Я как для меня, допустим, проще, вот те же самые надкусывания и все такое, мне кажется, так проще и остальным. Дым. Ой, в этом краю уже даже таких больших нет.
В общем, мы медленно и уверенно. А тут что у нас? 95, ага. 111, 114. Ой, так их совсем чуть-чуть. Ладно, мы сейчас немножко избавимся от 72. 40, 72. Это ж сколько потом будет вывозить? Ай-яй-яй. Жалко, мне еще нет помощника, который помогает собирать. Его дают за остров, который у меня еще не открыт. Ну, может быть, когда-нибудь, наверняка он и будет. Хотя вот в Одноклассниках я одно время активно им пользовалась. А сейчас почему-то фактически не так поднимаю. Ой, я нашла еще 60. 60, 60, 60. Так, 41, 60. Ну, общая картина уже такая прям. 48. Уже видите, уже совсем немножко, совсем чуть-чуть. Ну, я не буду слишком затягивать видео, хотя в принципе оно уже не совсем такие коротенькое. Мы с вами сегодня немножко поиграли, потому что Клондайк у нас каждый день. Есть обновление, нет обновления. Когда есть обновление, естественно, в приоритете мы чистим что-то новенькое и видим что-то новенькое. Когда нет никаких обновлений, нам всегда есть чем заняться в игре, всегда есть острова, которые бы нам еще хотелось почистить. И хватит нам их еще на ой-ой-ой, как долго. А на сегодня мы будем видео заканчивать. Всем желаю удачной игры. Все ждем четверг. Ну, хотя сегодня у нас только, конечно, понедельник. Но мы уже начинаем ждать. Я не знаю, кто что ждет. Я понимаю, может быть, напрасно. Но я очень жду лабиринты. Я так хочу лабиринты для того, чтобы пополнить запас керосинчика. Мне нужны лабиринты. Дайте мне лабиринты, называется. И на этом все. До новых встреч.